Приветствую вас, аноним. В первую очередь хочется сказать вам, что свой вопрос вы поставили очень некорректно, потому что спрашиваете вы нас, как быть. Вот. Ну, как бы вот вы спрашиваете нас, как быть, тут момент такой, да, как быть, чтобы что? То есть, что вам хочется? Далее вы пишете, чего вам хочется, конечно. Вы пишете, что вам хочется, чтобы мужчина был значит, рядом. Значит, с вами. Вам хочется быть с ним вместе. Но тут нужно обязательно учитывать то, для чего вы этого хотите, почему вы этого хотите, то есть вот, почему вы хотите быть именно с этим человеком вместе. Я думаю, что в первую очередь вам нужно ответить себе на этот вопрос. Потому что вы правильно ответили мои коллеги, значит, Кудряшов и Игорь Леонидович и значит, Марина Голикова. Они правильно вам ответили на ваш вопрос, да, они сказали, что, ну, Кудряшов Игорь Леонидович сказал, что вы боитесь, значит, поражения, вот, вы боитесь, страх у вас есть, страх поражения. Вот. Соответственно, Марина Голикова написала, что вы свои отношения выстраиваете, ну, ориентируясь, как бы, не совсем, да, на мужчину, а ориентируясь больше на себя здесь. И в общем-то в этом ничего плохого нет. Только до тех пор, пока вам это идет на пользу. Но совершенно очевидно, что здесь ситуация вам на пользу не идет. Совершенно очевидно, что здесь вы скорее, ну, вредите себе, чем делаете то, что нужно. Давайте разбираться. Значит, хочу предложить мужчине жить вместе. Смотрите на нем. Если вы человека любите, если у вас к нему есть вот именно любовь, то я не вижу, в чем проблема. То есть, в чем проблема предложить ему жить вместе, особенно если вы, значит,
считается, что это будет для него плюсом. Вот. То есть как бы для меня здесь вот этот момент не совсем ясный. Здесь вы предложите ему, хотите совместное проживание для себя, вот. Или вы хотите предложить, ну, собственно, совместное проживание для него, вот. То есть определитесь вот с этим моментом. Мне кажется, это такой достаточно важный аспект, если мы хотим вам помочь. Потому что здесь очень важно, чтобы вы не накладывали одно на другое. То есть здесь очень важно, чтобы не было смешивания. Вот. Дальше идем. Значит, боюсь отказа, пишите вы. Тоже важный момент. Почему вы боитесь отказа? То есть, если человек боится отказа, значит, он не уверен в себе, у него неустойчивые представления о себе, и он, ну, чего-то очень, к примеру, сильно хочет, вот, то есть, ну, ему что-то нужно. Ну, для себя. Вот. Ему что-то нужно для себя, то есть вот вам что-то нужно. И вы, соответственно, пытаетесь этого достичь сейчас. И отказа, получается, отказа, вы боитесь именно по той простой причине, что слишком высока мотивация для вас получить то, что, ну, то, в чем вы нуждаетесь. Вот. Страх отказа, он, в принципе, может быть из детства. То есть у вас, может быть, из детства этот самый страх отказа. То есть вы боитесь, что вам откажут, и боитесь, что, ну, к примеру, будете думать, допустим, вы, значит, о себе хуже, вот. И тут, как бы, нужно выяснять, да, как и почему у вас, значит, этот страх отказа появился вообще. Его природа. Дальше. Он сам не предложит по ряду причин. Здесь мы склонны к тому, чтобы, возможно,
оправдывать человека. Вот. То есть я, конечно, не знаю, как обстоят дела. Вот. Ну, на самом деле. Вот. Но, как правило, вот, как именно, как правило, люди, которые чересчур нуждаются, ну, допустим, в другом, вот как вы, например, чересчур нуждаетесь в, ну, вот, в другом человеке, да, вот, они склонны обрадовать этого человека. То есть они склонны как-то вот находить какие-то причины, почему он вот, значит, ну, сам, да, чего-то не сделал. И это на самом деле скорее негатив, чем позитив, опять же. Потому что, скорее всего, вы видите своего мужчину, ну, не таким, какой он есть на самом деле. Вот, а видите вы его скорее немножко другим. То есть он в действительности он, ну, совсем не такой, как вам видится. Вот. Ну, опять же, это чисто такие мои предположения, да, вот, потому что все равно нет больше информации о вас, поэтому приходится только предполагать, вот. Ага, что касается, значит, того, что у него есть бывшая жена и дети. Значит, ну, здесь нужно, наверное, обязательно отметить, что, судя по тому, что вы описываете, да, с бывшей женой и детьми, да, он не прекратил общение, вы пишете, что они живут вместе, общаются. Вот, то есть, вполне возможно, что у мужчины есть все-таки с ними связь, просто вот там в отношениях появился некий кризис, ну, который они пытаются решить. Вот. Вы пишете, что ему трудно менять правильный, привычный уклад жизни. Скорее всего, мужчина старше вас. Опять же, если человеку тяжело менять привычный уклад жизни, да, это скорее с вашей стороны звучит как оправдание. То есть я понимаю, что, что ему действительно может быть тяжело это делать. Я отдаю себе в этом, поймите правильно. Но если у человека к вам есть чувства, если человек уверен в том, что, к примеру, ну, допустим, да, со своей женой ему нечего делать, если он в этом уверен, если он это знает, то он бы уже давно поменял. Он бы уже давно поменял бы свой уклад жизни. А так, то, что вы говорите, это, опять же, повторюсь, звучит просто как оправдание.
То есть, если вы признаете, что человек, допустим, может поменять свой уклад жизни, но он может это сделать, но не хочет, то это и будет отказом. И это вызовет у вас негативные мысли. Это вызовет у вас негативные переживания. Это вам будет тяжело. Это вам будет некомфортно. Знаете, такая история. Он очень занятой человек, много работает, но это то же самое. Это тоже оправдание, по сути. Дальше. Еще одна причина, возможно, что он боится или не до конца уверен в своих чувствах. Если человек не до конца уверен в своих чувствах, значит, либо у него этих чувств к вам нет, то есть возникает как бы, подмена понятий. То есть он, может быть, хочет, чтобы это было любовью, допустим, но в действительности это не любовь, а что-то другое. Вот. Либо у него незавершенные отношения еще все-таки со своей женой. Именно поэтому он не верит в чувства к вам. То есть здесь мужчина, в общем-то, достаточно честен, если вы узнали об этом от него. Если вы это видите по его поведению, по его поступкам, то в таком случае, конечно, ситуация менее благоприятная для вас, вот, но тем не менее. Вы пишете, я ему очень нравлюсь. Нравится не значит любить, и нравится мне, это не значит, что он готов ради вас что-то делать. А, ему что-то делать нужно, не ради вас, а ради себя. Вот. То есть, если у него отношения со своей женой завершили, закончились, ему нужно ради себя поменять свой уклад жизни. К примеру, он этого не делает, соответственно, вот такая вот история. А дальше, я хочу сделать его счастливым. Хорошо. Что вы вкладываете в это понятие? Самое главное, наверное, это то, что вы хотите сделать его счастливым, связано с тем, что вы боитесь отказа. То есть, если вы хотите сделать его счастливым, то просто сделайте и все. Но вы же боитесь отказа. То есть, вам здесь замешан еще и свой, получается, собственный личностный аспект. А это уже говорит о нечистоте вашего отношения к нему. Дальше, хочу снять квартиру и быть вместе. Ну, такое ощущение, что вы вот действительно, как сказала Марина Голикова, такое ощущение, что вы бежите вперед. То есть вы такое впечатление, что идете вслед за своими желаниями, идете вслед за тем, что хочется вам, но при этом, к сожалению, вот игнорируя то, что хочет, соответственно, мужчина, потому что у мужчины есть, в общем, свои представления, да, о том, как должно быть. У мужчины есть свои представления о том, как у него должны складываться отношения. Вот. Ну, например, там, с вами, да, допустим, вот. И как-то вот можно сказать, что это идет в несоответствие, это идет с тем, что вы хотите вы. А это уже означает, что вы с человеком находитесь на равных. Уровнях, вот, это означает, что вы с человеком на
какие-то вещи смотрите по-разному, и судя по тому, что вы, значит, пишете, я могу предположить, что до конца его вы, ну, не принимаете. До конца, вот, собственно, мужчина. Вот. И это, конечно, ну, это, вот, скорее к вам. Опять же вопрос, да, то есть, ну, вопрос, почему вы его таким, какой вот он есть, не понимаете, да, и что вам, ну, это делать, к примеру, мешает, вот. То есть, какие блоки стоят на пути у вас к этому? Дальше идем. Ага, значит, так. Не знаю, как преподнести это. Ну, собственно, как это можно преподнести? То есть, какие варианты могут быть преподнесения этого? Мне кажется, что вариантов здесь абсолютно нет никаких, потому что это ваше желание. Вот. Вам этого хочется. Вот. И если вам этого хочется, то просто выражайте свои потребности, и все. То есть тут, опять же, мудрить как бы не нужно. Вот. То есть мне кажется, что вы вот, ну, одна из проблем, да, то, что вы вот боитесь выглядеть глупо. Так, а кто определяет? Кто определяет, глупо вы выглядите или нет? Кто это определяет? Определяет это только люди со стороны. Как бы. Вот. Ну вот, собственно, и получается, что вы ориентируетесь на людей со стороны. Получается так. По крайней мере. То есть вместо того, чтобы, ну, грубо говоря, отдаться своему чувству, да, вот, вместо того, чтобы позволить себе это чувство, вы действуйте вот так. И здесь, соответственно, возникает вопрос. Так вы это делаете для себя или для, ну, для мужчины? Вот.
Потому что, ну, мне кажется, что здесь больше все-таки вы делаете для себя. Потому что в отношениях, ну, в любых отношениях, да, такого понятия, как вот глупый, нет. Есть просто то, что я хочу. Вот. Поэтому сперва нужно вам разобраться с тем, откуда у вас страх выглядеть глупо. Вот. Как вы говорите? Откуда у вас этот страх? А дальше уже, соответственно, можно будет смотреть, что вам делать дальше. Ну, вот именно в вашей ситуации, что делать дальше. Вы пишете, я хочу быть с ним, чтобы он был рядом. Для чего вы хотите быть с ним? И чтобы он был рядом. Зачем это, опять же, лично вам? Вот в чем вопрос. Насколько это нужно мужчине? Вот в чем вопрос. Знаете? Дальше. Значит, как бы, если ждать, когда созреет, это может быть очень долго. Но опять же, да, смотрите, вот, если вы его любите, как вы говорите, то проблемы, по идее, в том, чтобы подождать его, не возникнет, по идее. Потому что вы его любите, вы готовы его ждать. Если не готовы, то это вопрос к вам, опять же. Почему не готовы? Вот. Ну и в итоге, мне видится ситуация такой, мне видится ситуация так, что для свободного своего поведения, вот, то для того, чтобы вы чувствовали себя свободно, ну, вам нужно избавиться от страха. И для этого нужно проанализировать, собственно, откуда он пошел, этот страх. Откуда он взялся, этот страх. Что за ним стоит? По моему мнению. Вот. Только так вы сможете быть свободны.
в отношениях. И уже эта свобода позволит вам проявлять себя, так как вам хочется, так как вам кажется, и не обращать внимания ни на какие вещи в виде, например, вот глупости там и так далее. Вот. То есть это, на мой взгляд, совершенно деструктивная позиция. Вот. Если ваш мужчина живет со своими близкими, если он это делает до сих пор, то ему нужно прекратить взаимодействовать с ними, вот, и либо выйти из отношений совсем, полностью, либо донести до вас, что, что вы не готовы, что он точно не готов, что он не готов к тому, чтобы начать новые отношения. Иначе просто это будет хождение вот по кругу, по сути дела, чего бы мне, для вас бы не хотел. Я вижу проблему в том числе и в том, что он старше вас, мужчина старше вас, и, возможно, еще по этой причине, потому что он старше вас, вы чувствуете себя с ним несколько неловко, вот. То есть вы как бы занимаете позицию, с ним ведомой, а это тоже не есть хорошо. Потому что это, по сути, делает вас уязвимой и зависимой в отношениях от мужчины. Так что, резюмируя то, что я сказал, можно совершенно точно выделить несколько направлений, да, то, что вы делаете для мужчины, вы делаете для, это для него вы делаете, и то, что вы делаете для себя, то, что хотите вы для себя, то, что вам нужно, вот, это, совсем не то же самое. Совсем. Таким образом, избавиться от страха, если он есть, мы вам, безусловно, поможем,
расположить к себе мужчину или там как-то вот, к примеру, да, ну, сделать так, чтобы он был с вами, ну, к сожалению, нет. Потому что у человека явно есть какие-то вот свои трудности, да, какие-то свои проблемы, но и проблемы эти нужно решать ему. Если он этого не хочет делать сам, если он не хочет меняться, то в таком случае вряд ли вы сами сможете его поменять, потому что, ну, человек как бы, человек взрослый, да, человек, уже состоявшийся, вот, и вам его не перевоспитать, вот. Вам его не перевоспитать. Вот, в принципе, то, что я могу сказать вам. Ну, исходя из того, что вы значит, написали. Вот это то, что я могу вам ответить. Понятно, что вам нужна помощь, вот, понятно, что, возможно, вам нужна психотерапия, вот. Значит, обращайтесь в личку, если вам будет нужна помощь. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.